Всем привет! Нам потребуются лесные грибы или шампиньоны. Разрезаем грибы на большие кусочки. Отправляем в кипящую подсоленную воду на 5-10 минут до готовности. Выкладываем и даем остыть. Один баклажанчик обжариваем солью, добавляем базилик и доводим до готовности. Остывшие грибы нарезаем мелким кубиком. Обжариваем лук, добавляем грибы, солим, перчим, перемешиваем. Через 5 минут добавляем баклажаны, оставляем еще на 5 минут. Из полосок сладкого перца вырезаем ромбики. В итоге нам потребуются грибы и баклажаны, 4 отварных яйца мелко нарезанных, 30 грамм натертого сыра, сладкий перец для украшения, измельченный укроп и один зубчик чеснока. В тарелку выкладываем яйца, сыр, чеснок, перчим и солим и добавляем майонез. Все хорошо перемешиваем. Выкладываем начинку на тарелку. Распределяем по всей поверхности. Столовой ложкой создаем форму круга. Чайной ложкой формируем бороздки. Разделяем начинку в разные стороны. Вот таким образом у нас должно получиться. Теперь выкладываем баклажан на грибную начинку. По центру украшаем красным перцем и посыпаем измельченным укропом. По желанию украшаем кусочками сладкого перца и зернами консервированной кукурузы. Наш салатик готов, можно подавать к столу. Получается очень нежный, сочный, незабываемый на вкус и смотрится на столе просто великолепно и по-праздничному. Кому понравился рецепт, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем удачи! Пока-пока!